Итак, сегодня у нас работа над ошибками называется тема, но на самом деле какую-то работу над ошибками вы уже сделали, и нам остается только посмотреть, что же получилось, и договориться о том, что будем делать дальше. Значит, смотрим, что у нас осталось, смотрим снимки, еще Анна прислала зачета, смотрим общие фотографии работы над ошибками и обсуждаем, что делаем с вами дальше. Поехали. У нас с вами, смотрите, получается как? Получается весь этот модуль, он у нас для того, чтобы мы что-то подтянули, подкрутили. Если мы с вами почти все подтянули за два занятия, то третье занятие для тех, кто все сделал, уже выполнять не обязательно. Тот может либо снимать что-то для себя, снять и прислать, либо можете что-то, что еще осталось, обработать, показать, либо можете даже отдыхать. Потому что те, кто успели все сделать, те, у кого все получилось, те заслужили отдых. Дальше, значит, смотрим зачет. Анна прислала нам еще фотографии на зачет, но они настолько классные, что хочется их посмотреть все вместе. Потихонечку полистаем их сейчас. Такие фотосессии делают фотографы. Не мобильные, а настоящие. Детальки, как хорошо получились детальки. Да, длиннофокусный широкоугольный объектив. И здесь, в общем-то, удачно. И цвет, и голубое небо с серым. Все мне нравится. А как вам? У нас две Анны только на связи. Что такое сегодня? Сегодня же у нас не пятница, не суббота, не воскресенье. Всего лишь вторник сегодня. Так, здесь ничего. Здесь вот оно как есть, так оно и должно быть. Вот в таком виде. Эта фотосессия замечательная. Именно такой, какая она есть. Если, конечно же, прям учиться снимать фотосессии за деньги, то там можно кое-что еще подкручивать, само собой. Но у нас нет такой задачи. А для себя, просто для души, просто великолепно, согласен. Смотрим наши фотографии. Александра сделала фотосессию своего сына, и тоже все замечательно. У меня нет вопросов. Я бы хотел, чтобы я был маленький, но у меня мама и так снимала, но чтобы вот такие фотосессии мне кто-нибудь делал, я не видел. Это то, что я и ждал от вас. Вот те, кто хотели научиться снимать детей, те, у кого дети постарше, именно то, что мне хотелось. Конечно, всегда можно еще что-то улучшать, немножечко можно цвет лица равнять, задний план чуть смягчать. Это можно делать бесконечно. Это, если вы будете увлекаться этим, если захотите этому еще больше времени уделять, то это все будет приходить. Это, естественно, видите, здесь возьмите, есть, но легкое, уместное такое, едва-едва. Так и должно быть. И здесь то же самое. Я доволен, то, что у вас появилось чувство меры. Есть работа с композицией, работа с моделью. И что у нас сегодня? Мы сегодня с вами просто посмотрим снимки. Скажу, что мне нравится, что нет. И мне кажется, даже у нас не 40 минут займет, а 15-20. Пейзаж на пейзаже, я думаю, вы поняли, что пейзажи легче всего снимать. Пейзажи – самая легкая тема. Здесь пейзаж в комплексе. Вот молодой человек сидит, грустит. Все-таки я бы его здесь немножечко сместил чуть-чуть левее, чтобы он сидел у нас где-нибудь. Так, чуть-чуть, чтобы вот он левее где-нибудь вот тут вот сидел. Все-таки больше по правилам. Регина пришла. Добрый вечер. Смотрите, листики. Мучились. Ну вот сделали с листиками. Можно... Ну нет, сложно здесь. Ну чуть-чуть видно, что бросили, но все равно прикольно. Такие прогулочные. Прям теплые-теплые. Скажите, вы их потом в обработке так утеплили. Понятно, что бросили, но что-то в этом есть. Что-то в этом такое есть с этими листиками. Смотрите, теперь они у нас не мокрые, а они у нас... Так,
Так интересно, летят они у нас. Сами листики все получились классные. Так, что вы думаете? Напишите, что вы думаете. Здесь я неоднозначно, здесь, конечно, если бы вы просто снимали линейную перспективу, это одно дело. А на мой вкус, на этом снимке, вот эти перила на себя много берут, а молодой человек у нас на снимке занимает... он у нас мало места занимает на снимке. Перила притягивают, на мой вкус. Вот, ну, но я мучить вас не буду с этой фотосессии уже. Просто не буду вас мучить, и все. Можно еще немножко цвета здесь разогнать, чтобы чуть-чуть как-то повеселее было. Да, согласен, здесь не хватает. Здесь вот перила крупные есть, а крупного плана нету. Это есть такой момент. Но если сделаете... Это у нас... кто это у нас снимал? Катерина? Если сделаете еще фотосессию, если успеете, чтобы крупные планы были, то будет замечательно. Если нет, то потихонечку просто имейте в виду, что это хорошо обогащает детали, крупные планы, общий план. Общий план есть, дальний план у вас есть, средний есть, а вот листики есть, а крупных планов нет, действительно. Очень правильно Анна заметила. Вот, смотрите, значит, фотосессия, вот эта фотосессия, еще одна у нас крутая фотосессия есть. Этот снимок мы обсуждали. Здесь хочется чуть ниже, и можно зонт подрезать, самую капельку. Ну, это, конечно, тонкости, но все-таки зонт, мне кажется, здесь не обязателен. Прям что вот он целиком, хотя красиво. Но если хотите с зонтом, тогда чуть ниже сесть, может быть, чуть-чуть дальше. Ножки мне смущают, что ножки у нас вот так вот. Как-то как прячется у нас немножечко сверху вниз капельку. Но это тонкости. Здесь осветлили лицо. Еще можно. Замечательный портрет. Вот это замечательно. Вот это вот очень-очень-очень хорошо. В общем-то, что мы делаем? Мы с вами просто смотрим снимки и довольствуемся. Здесь тот случай, когда чуть-чуть размыть задний план было бы удачно, чтобы у нас вот это вот деревце совсем прям из головы не торчало. Не то чтобы сильно прям критично, но чуть-чуть его размыть будет лучше. Можно попробовать автоматическим режимом через фокус программу, либо попробовать пальчиками. Тот случай, когда хочется размытие. Вот здесь же вы сделали, а там почему не сделали? Здесь, смотрите, вкусно сделали. Все, вы это не для меня снимали, вы это для себя снимали, и вы сами видите, что вы можете это, что у вас получается, и мне приятно осознавать то, что вы, я думаю, что это приблизительно ваша цель, что вы к ней пришли, дальше будет улучшаться. Если вы будете продолжать снимать, то будет все у вас будет получаться лучше и лучше, месяц-два еще, если будете продолжать хотя бы потихонечку снимать, иногда делать фотосессии, то будет получаться каждый раз все вкуснее и вкуснее. Замечательная фотосессия на мобильный телефон. Очень хорошо. Регина, теперь с вами. У вас есть снимки, где на них прямо на шариках есть объем, а здесь из-за того, что нет тени, совсем нет тени, он такой, как в плоскости получился, видите? Этот снимок мне очень нравится с этими елочками. Ему здесь хорошо, этому шарику. И очень хорошо, что здесь у нас темные, видите, у нас задний план, и шарик поэтому у нас хорошо выделяется на этом фоне. Так, у нас здесь немножко фактуры не хватает. Видите, здесь прям, когда не хватает, видите, как сливается немножечко шар, сам с собой как бы сливается. И прям резкость, какие инструменты есть, структуры, фактуры, все, что есть, все выкручиваете на такой степени, чтобы стало видно, из чего он состоит, чтобы белый цвет не единым был белым, не грязный белый, а чтобы он вкуснее становился. Я бы попробовал так сделать. Но у нас Настя заболела, нам немножечко сейчас не до этого. Вот по поводу этого снимка, что вы думаете? Регина, Анна и Анна, что вы думаете по поводу этого снимка? Напишите. А можете активно участвовать, потому что мы ненадолго сегодня, буквально еще чуть-чуть. Потому что вы все сделали. Ну что обсуждать? Ну, все потому что все как должно быть у нас. Напишите. Жду от вас.
Сливаются, конечно, сливаются. Поменять надо. Так, укладываются, лежать не хотят. Ну, может быть, что-то подставить. Ну, может быть, их один за другим, за другим, за другим. Тогда абсолютно точно вы видите, что сливаются, но почему-то снова загрузили их, если сливаются. Вот этот здесь, посмотрите, здесь на этом снимке очень красиво легла. Сама свет на сам шар лег. Вот, он красиво здесь лег. Вот здесь вот видите светлый участок. Здесь такая средняя часть, и там вот немножечко темнее. И здесь на, вот какие-то лампочки или что отражается в каждой бусинке. И здесь в каждой бусинке вот это отражается. Это все работает отлично. Прошу прощения, отлично это работает. Но у нас здесь проблемы с тенью. Получается, что вот, лучше шарик чуть поднять, прям поднять. Я пробовал, я вот Регина вас услышал, попробовал этот же снимок прям на телефоне с тенью повозиться. Неудобно, плохо, проще при съемке выше поднять шар и снять так, чтобы сразу тень более-менее стала так, как нужно. Но он классный снимок, вопросов нет, только вот единственное, вот это вот тень хочется, чтобы еще лучше легла. Как Настя выздоровеет вот это? Ну, вы поняли, да? Тень от самого шара. Как Настя? Так, если фонарь, смотрите, у вас фонарь светит ярче, чем круговая лампа. Чем фонарь дальше, тем он мягче светит. Ну, не мягче, получается, слабее будет светить. Чем ближе, тем жестче. Если еще сильнее, нужно совсем мягкий сделать. Можете фонарь отразить что-то. Взяли лист бумаги. Фонарь направили на лист, а свет от него уже отразился, и будет мягкий-мягкий свет. Чем больше ваш лист, чем больше пятно, от которого рассеивается свет, если совсем близко поднесете, и он точкой отражать будет, то он все равно жесткий останется. Большую плоскость осветили и отразили этот свет, и он мягкий-мягкий станет. Вот и все. И то же самое тень. Если у вас тень жесткая, этот же свет, который создает как бы тень, его же отражаете, и тень становится мягенькая. Все, замечательно. Как, вот мы все равно мы все равно с вами никуда не будем совсем прощаться. Какой-нибудь чат еще создадим, чтобы вы были в этом чате, может быть, ВКонтакте, чтобы, когда у меня занятие, еще одно придумаю задание, занятие по ночной съемке, чтобы, ну, оно бесплатно будет для всех, но чтобы мы попробовали, протестировали, чтобы я вас всех собрал. Поэтому вы сможете мне снимки еще прислать, как Настя выздоровеет, не переживайте. Юлия. Что у нас у Юлии? Юлия сняла ребенка. Чуть точнее можно. Можете сейчас увидеть. Кое-где можно чуть точнее. Все хорошо. Вот ребенок здесь живой. Ребенок, видно, что ему интересно. Движение пойман. Но вот этот снимочек можно точнее. Либо отпустить его. Видите, одна и та же крупность везде похожая. Как он там где-то копошится, дальше его отпустить. Либо уже лицо его крупнее снять. Но и точку чуть-чуть ниже можно. А мне нравится, здесь смелая точка, необычная, и хорошо, когда она одна или две, два кадра на фотосессию, то это хорошо смотрится. Как если бы у вас все снимки такие были, то это было бы странно. Так, ночная съемка это... Так, ну смотрите, по ночной съемке еще материал не готовить, поэтому мы с вами никуда разбегаться не будем. Сейчас ночь наступает все раньше и раньше. Есть еще группа, которая тоже выпустилась давно уже, испытатели. Я их сказал, никуда не уходите, они в чате общаются, и сказал, подождите, будет еще ночная. Чуть попозже сделаем, и еще у нас у Анны, и еще у кого-то есть занятия по черно-белой фотографии, но тоже попозже. В общем, не забывайте, потому что я об этом помню. Дальше. Здесь вот этот снимок мне непонятно, мы же уже с вами заканчиваем. Напишите мне, Анна, Регина и Александр, что по этому снимку, что здесь. Что здесь так, что не так? Так, здесь эмоции, он просто смотрит, он естественным образом здесь запечатлен. Но что здесь не так? Конечно, но нужно ниже точку, нам вверху место, он и по балансу получается у нас смещен. То есть у нас молодой человек у нас вверху получается, вот. И по балансу смещен. И получается, сверху вниз здесь сняли присесть. Присесть, у нас бы открылся этот задний план с вами. Мы бы увидели, как много всего у нас
там какие-то качели, может быть, какая-то тропинка, что-то там интересное есть. Вот. Либо дальше отходить и присесть, либо просто присесть. Угу. Так, а вот опять такая смелая точка. Мне нравится, когда они, когда их вот два кадра здесь на фотосессию, видите, вот эти вот линии направляют наш взгляд, и даже машина направляет наш взгляд. И это классно. Здесь это очень даже хорошо. Можно попробовать, если не лень, если время позволяет, можно попробовать еще задний план поразмывать. Ну, для работы над ошибками такое можно было бы сделать, но не обязательно, не обязательно. Здесь у нас... Напишите, что здесь у нас. Здесь у нас как будто бы смазанное лицо, и оно очень холодное. Вечер уже в тени. Прям теплее осветлить. Смотрите, здесь мы не отработали с ретушью. Лицо надо сделать немножечко светлее и сделать его немножечко теплее. Вот и все. Поэтому над этой фотосессией еще можно немножечко поработать. Чуть точнее. Неплохо, но можно точнее. Мне очень нравятся такие смелые точки здесь. Смелые точки. Классно. Уже три смелых точки. Но вот что касается обработки и местами касается композиции, точнее. Елена, вы помните все, что у нас с Еленой было? Елена искала ретушера, и хотелось бы, чтобы она сейчас онлайн была, но, к сожалению, ее нету, ничего, посмотрит в записи. Хотел сказать, что очень здорово, что вы нашли, действительно, это круто, ваши снимки, то, действительно, Елена, стоит того, чтобы их обрабатывал ретушер, потому что ребенок маленький, но за ретушером тоже нужно следить, вы это не проходили. Но имейте в виду, что ретушеру тоже можно давать указания, если он вам прислал снимки, вам что-то не нравится, или вы что-то увидели, или какие-то у вас пожелания есть, то можете ему смело сказать, а еще чуть-чуть поправь, и это нормально, они к этому привыкли, так и должно быть. Все хорошо, снимки стали один к одному, но кое-где можно, ретушер мог еще поработать. Я не знаю, как вы с ним договаривались, может быть, там вопрос уже в стоимости, но кое-где, прям вот чуть-чуть на лице, где-то там пятнышки, ну, я заметил, маленький-маленький еще момент, ретушер мог бы им внимание уделить. Здесь великолепно, это прям можно, ну, это классно, в общем, это можно плакатик такой маленький какой-то делать. Это великолепный снимок, смотрите, это прям календарик у нас. Здесь, может быть, сильно даже размазали задний план. И вот здесь вот я вижу маленькие пятнышки еще, мне кажется, ретушер мог бы чуть поточнее поработать. И над бантом тоже. Угу. Но это очень здорово, что... сейчас забыл. Это у нас... Елена, это у нас Елена. Очень здорово, что Елена нашла столько, потратила столько сил и нашла своего ретушера. Теперь осталось с ним получше выстроить отношения. Видите, чуть-чуть такой какой-то желтоватый оттеночек на лице есть. Если ретушер, вы ему платите деньги, требуйте с него максимального качества. Ну, по возможности, до тех пор, пока он не скажет, все, за эти деньги больше не буду. Тогда ладно. Но вообще смотрите очень внимательно и вытягивайте максимум, потому что вижу, что некоторые снимки ретушер сделал очень хорошо, а некоторые еще можно в плане ретуши кое-что подтянуть. Вот здесь отлично. Здесь просто отлично. А здесь вот чуть-чуть, видите, чуть-чуть зеленоватый оттеночек на нос уходит. Чуть-чуть этот блик, может быть, попробовать его смягчить. Не знаю, надо пробовать смотреть. Но я вижу, что еще... можно немножечко было поработать. И задний план настолько размывать, не знаю, может быть, помягче немножечко. Вот опять и замечательно. Здесь и замечательно. Вот они через один, как будто бы два человека делали. Александра. Так, а у нас Александра, я не вижу, какая именно Александра здесь, потому что у нас две Александры. Александр, это если ваши сейчас снимки, то скажите. Будут. Потому что я не знаю, чьи именно. Здесь три фотографии. Так, это вы. Приветствую вас. Три снимка здесь. И с одной стороны, смотрите, с одной стороны
казалось бы, здесь у нас на заднем плане красивее, очень красиво, ну, точнее, задняя часть браслета красиво легла. Вот эта вот часть вот у нас браслета красиво легла, красивее, чем вот на этом снимке. Но здесь свет красивее упал, оттенил, и мне этот снимок больше нравится. Он как будто такой более объемный, живой, как голограмма какая-то. Он прям самый настоящий объемный. Вот эта вот тень снизу, вот эта вот тень снизу. Смотрите, как классно она отработала. Здесь вот она смягченная такая, и фактура здесь чувствуется. И самое главное, вот в этой вот части, вот в этой части прям самый настоящий объем, и вот такой вот прям взгляд туда прилипает. Напишите, напишите, что думают Анна и Регина по поводу этого, этой фотографии. И вот еще следующий, вот этот такой как бы потухший снимок на фоне предыдущего. Второй снимок меня прям поражает, он супер объемный какой-то получился. Может быть, стоило попробовать, если сильно хотелось бы, найти какой-то вариант, чтобы вот он был такой же объемный, с таким же светом, но задний хвостик сзади чуть-чуть выше был. Чуть-чуть, чтобы вот эта вот линия, я не знаю, я очень нравится этот снимок, но может быть, если бы задняя линия проходила не так вот, а чуть-чуть выше. Может быть, я не знаю, но это очень круто уже. Мне все нравится. Это вы сами все делаете? Вы сами эти украшения делаете? Напишите. Предыдущая двоечка намного сильнее, чем вот этот. Это такой плоский, как старая иллюстрация немножечко стал. А тут прям взять его хочется. Огромный, он же на экране большущий, кажется. Так, Анна. Вот здесь... Тем более, а почему только один браслет сняли, если много делаете? Хочется посмотреть, что вы еще сняли. Здесь, конечно, замечательно то, что фон у нас почти белый. По-другому здесь было бы плохо. И Анна умничка, что сделала именно так. Совой. Там разные были снимки. И здесь, мне кажется, во-первых, когда вы снимаете предметы, прям внимательнее за всякими мелочами. Я вижу здесь какие-то полосочки, вот это вот, видите, что это такое, не могу понять, какая-то ниточка, что это за ниточка, и по композиции немножечко странно здесь в том плане, что как вы их разместили, красиво здесь легла сова, хотя были снимки, где на мой вкус сова еще лучше была, классно здесь вот то, что вот у нас веточка, потом вот ягодки черные и белые, но почему у нас вся композиция вот в этой части, а вот эта вот у нас часть снимка, как-то здесь она, по-моему, не вписывается, вот это вот нижняя. Это ведь готовый снимок уже. Как-то, допустим, вот так вот даже, это более какой-то классический вариант был бы, если бы это было таким образом. Мне так видится. Ну, чуть-чуть, может быть, чтобы мы не подрезали веточку сверху. Так, все хорошо. Ну, вы сами видите, вам не надо, не обязательно мое мнение слышать. Вы можете сами видеть, что все замечательно, что все хорошо. Здесь то же самое. Красиво, смотрите, вот эта вот сова получилась, но почему так странно оцентровано? Там был другой снимок, где была как-то правильнее было. Здесь у нас вот здесь вот находится и вот здесь. А вот эта вот, вот эта часть у нас, вот эта часть, вот эта вся часть, как-то она здесь, в общем, баланс у снимка нарушен. Видите вы это или нет? Вот, похоже уже больше на снимок. Может быть, даже еще чуть больше места сверху оставить. Снизу места много, а сверху мало. Вы так увлекаетесь светом, содержанием, что не обращаете на это внимания? Или какая причина была? Напишите, мне хочется понять. Потому что снято все красиво, выставлена композиция. Но вот этот момент немножечко пляшет.
Ну, смотрите, сколько у нас здесь места. Вот здесь вот у нас чуть-чуть места. А здесь у нас очень много места. Ну, смотри, больно головой бьется она о потолочек. Вот. Здесь получше, здесь разместили. Смотрите, здесь поместили, разместили задний план, как мы как-то обработали еще. И это стало настоящая картинка, как, ну, как с интернета вы ее взяли, как профессионалы делали, как фотостудия. Просто вопросов нету, никто не поверит, что это вообще на телефон снято. Как вы это сделали? Это очень круто, надо будет взять ее куда-нибудь на сайт. Надо будет еще с вами со всеми пообщаться, самые лучшие снимки выбрать, сказать, какие вы разрешаете, чтобы можно было использовать. Может быть, расскажете о том даже, как вы их сделали. Это было бы классно, я был бы очень вам признателен за такое. Так, это и понял. И здесь еще и какие-то еще снимки. Почему-то Анна еще какие-то снимки здесь прислала. Тут немножко все вперемешку получилось. Много интересных. Ну, это такое более семейное, а там из-за обстановки интереснее смотрится. Здесь зеленый оттенок. Здесь зеленый оттенок. Руки не очень красивые здесь у нас легли. Видите, зеленый цвет, исправлять его надо. Самое первое, что бросается в глаза, несмотря на то, что здесь у вас такая композиция интересная, может быть, вы задний план повесили, но первое, что нужно сделать, вот это вот зеленый оттенок, вот видите на руке, там зеленый, это лампы. Лампы, они чуть зелень дают, и поправить. Либо в Snapseed, либо еще где-то. И, кстати, когда вы так делаете, удобнее будет, если вы будете снимать формат RAW, если во время съемки вы не поправили этот оттенок, то в формате RAW будет тогда легче поправить цвет. Он более податливый будет. И все, цвет зеленый нужно убрать, нужно исправить. Он везде, он у вас и на коже, и видите, там, где белый, тоже есть зеленый оттенок, но там его меньше видно, а на коже прямо мы сразу видим. Поэтому вот этот снимочек нужно поправить. Так, если что дальше? Что у нас дальше? Дальше у нас, в общем-то, остается занятие, которое называется экзамен, но по факту вы уже все сделали. Тем, кто все сделал, допустим, Регина все сделала, она доснимет снимки, сделает снимки игрушек потом, когда Настя, видимо, выздоровеет, потому что, ну, я понимаю, и Настя болеет, тут не до шаров. Но вы все можете, вам чуть-чуть больше времени уделить. Александра все сняла великолепно. Я бы хотел просто еще увидеть от Александры какие-нибудь другие украшения, если будет такое у вас желание, если у вас такое будет. Все, кто уже сделал все и все хорошо, я похвалил и сказал, все нормально, можете просто прислать имя, фамилию, отчество в занятие, и я выпишу вам такой на память сертификат, что вы проходили этот курс. Также можете какие-то фотографии, которые у вас еще за курс были, или что-то вы думаете снять, можете успеть это снять до пятницы. Угу, да, Регина, хорошо, спасибо вам тоже. До пятницы снять и загрузить. Вот, обязательно какое-то задание нету, даже если у вас что-то подтянуть еще нужно было, прям фотосессию делать не нужно. Но снимки, например, вот у Анны зеленый снимок, это я хотел бы поправить. И там, где просил какие-то поправки сделать каждому из вас, то если вы успеете, то хорошо. Если нет, не переживайте, потому что вы еще будете снимать, и плюс я вас никуда не отпущу, я все равно буду с вами еще присматривать, потому что еще ночное занятие, и я думаю, что вы не захотите все прям разбегаться. Вот, поэтому никуда не пропадайте. Дальше просто нужно будет до пятницы любые, если какие-то есть то, что я сказал, поправить, значит поправить, если нет, просто любимые ваши фотографии за время курса снятые на телефон присылайте для того, чтобы я их посмотрел. И, может быть, что-то для сайта взял. Если какие-то вопросы есть, задавайте. Если нет, то тогда все. И напоминаю, что вы классные. Не забывайте об этом. Вопросов, похоже, у нас нету. Тогда Анна и Александр, тогда я с вами прощаюсь. Ух! Осень чуть-чуть немножечко такая, она грустная осень, но несмотря на осень, несмотря на то, что кто-то из вас болеет, вы все очень крутые, вы действительно сделали классные вещи, вы действительно это сделали, и мне приятно осознавать то, что вы
можете это делать, и что мы с вами не зря занимались. Отзыв о курсе. Это хорошо, это я все пришлю, не переживайте, это я сделаю, может быть, на сайте, может быть, в группе ВКонтакте. Я подумаю, как это лучше сделать, не переживайте. Все, большое всем спасибо, давайте будем на связи. Жду от всех еще снимки, если захотите. Если не захотите, можете отдохнуть, вы заслужили это. Вы это заслужили, просто напишите имя, фамилия, отчество, чтобы я сделал вам сертификат. Все, до свидания, всем пока-пока.